Здесь должны быть не только аплодисменты, но и барабаны у нас в руках, чтобы отблагодарить девчонок той же энергетикой, которую они подарили сегодня нам. Спасибо вам за это выступление. Спасибо. Запыхались немножечко, да? Танцевали активно. Позвольте представим. У нас Марина. Марина Баянжанова, руководитель студии современного танца «Шаг за шагом». И, собственно, представители этой студии. Можно чуть-чуть у вас маленький шажочек? Маленький. Вот такой, да. О, ого, маленький. Сразу видно, все отрепетировано, даже последний шажочек. Ну и давайте начнем как раз с процесса репетиции. Как много времени уходит на то, чтобы подготовить один похожий на этот или прямо этот творческий номер? Ну, все зависит от опыта, скажем так, вернее, от времени, сколько занимается ребенок, да? Я думала, от того, сколько он прогуливает или нет. Нет, они не прогуливают. Ответственные. Если в самом начале, когда дети приходят заниматься, конечно, вот мы в этом году готовили номер с малышами. С ноября месяца по май мы делали один номер. С ноября по май, да. Один номер? С маленькими детьми. Это открытие Оскара готовилось так? Вашими силами? Лучше маленькие дети, это другая маленькая специфика. А вот с такими детьми сколько примерно занимает уже? Вот если сейчас, вот вы загоритесь идеей и начнете ставить новый номер, как думаете, сколько вам нужно? Ну, 2-3 недели. 2-3 недели? Да. Одна? Даже бывает одна. Руслан, ну пожалуйста. Ну давай. Давно танцуешь вообще? Лет шесть танцуешь, да? Поэтому за неделю номер. Да, за неделю номер. Получается, сколько недель в году, сколько номеров, сколько концертов. Все зависит от того, сколько занимается ребенок, опыта, сколько у него. Да, это я понял. Какой у тебя любимый танец? Вот номер, не знаю. Вот вы сейчас показали, как номер называется. Ну, названия нету, это просто афро. Давай сами придумаем. Оранжевая афро будет. Сумасшедшие девочки. Сумасшедшие девочки. Видите, как мы быстро хорошее название придумали. А есть какой-то твой любимый? Вот это он был или другой? Ну, мне все нравятся по-своему. Ну, какая? Как хорошо. Как вы определяетесь с направлением? Я знала, что вы меня спросите. Молодец. Активная жизненная позиция, это классно. Как определяется направление, в котором будет следующий номер? Ведь мир танцев, он огромен. Можно выбрать все, что угодно. Как пришла идея, вот сегодня будет афро? Серьезный вопрос, да? Ну как, это очень многих факторов зависит, больше от желаний. Вообще у нас студия современного танца, как бы мы и эстрадный танец изучаем, и современный танец. Потому что в танце вообще очень много направлений есть. Есть хип-хоп, есть брейк-данс, есть уличные направления всевозможные. Ну вот, мне ближе к душе именно вот это вот направление, поэтому как бы и работаю в этом стиле. Чем горят девчонки? Что сейчас современный молодой танцор, юный танцор выбирает чаще всего? Ведь после того, как у нас появились там федеральные крупные проекты, связанные с танцами, палитра того, что можно танцевать, она в глазах каждого ребенка стала намного шире. Что чаще всего выбирают именно сейчас? Вы знаете, выбирают все. Они выбирают, кто выбирает современную хореографию, кто выбирает хип-хоп, кто выбирает тот же самый брейк, про который я говорила уже. Вот ну, Руслан любит цыганочку с выходом, например. Такую можно сделать для него постановку? Лично ты. Да, музыка, это уже больше к народным танцам. Ну да. Ты сколько занимаешься уже? 5 лет. 5 лет? Вы все тут уже опытные, да, собрались? Все уже такие танцоры с бэкграундом. А сами смотрите какие-нибудь телепередачи, да, танцевальные? Ну, спасибо. Да. Спасибо. Спасибо. Какие планы? Какие планы? Будете покорять мир, покорять Россию, чемпионаты? Спасибо, мне очень нравится общаться. Ну, как бы, плана конкретного нету, но, может быть, в будущем. Но там... энергия есть, да? Что-то нету. Урока подача. Есть. Так, все, сейчас про план Марина ответит. Марина. У нас сегодня в студии опытные действительно ребята, танцоры с большим уже танцевальным опытом. Если ребенок в каком-то возрасте, ну, уже подростковом, захотел вдруг заняться танцами, еще можно прийти или все-таки надо начинать с юных лет? Все руководители, все хореографы работают по-разному, но как вот ближе мне, лучше, конечно, начинать с маленького возраста, когда с ребенком можно лепить, это все еще... Маленький, это сколько? Мы берем от 4 лет. 4 года. Да, 3,5-4. Угу. Вот. Когда уже дети еще, ну, до 8 лет еще могут они прийти, но чем старше ребенок, тем уже сложнее. А можно, но сложнее, как бы. Ну, мне ближе, что, лучше брать маленьких детей и с ними начинать, чем с взрослыми. Летом можно начинать или хотя бы продолжать? Секции продолжают работать? Да, мы еще весь июнь работаем, июль дети отдыхают. Где-то с середины августа начинаем уже опять собираться.
Готовится к сезону. Да. Начинается звук барабанов, и девчонки собираются на этот звук сразу. Круто. Я предлагаю в финале проверить, вы же опытные танцоры. От вас сейчас прямо на камеру туда. Нужно будет какое-нибудь красивое движение сделать в финале. А я еще раз напомню, кто был. Хорошо? Приготовьтесь. Итак, из танца сделайте. Да, что-нибудь сделайте, пожалуйста. Импровизируйте. Наезжает на детей сегодня весь выпуск. Почем зря. Я напоминаю, у нас студия современного танца «Шаг за шагом». Справились, красотки!